А что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Сидите здесь, пойду гляну. Ты что, Виктор, ты все еще много путешествуешь? Стараюсь. Выбираю дела, которые отрывают меня от компьютера. Я тут говорил, Нейтл, поразительно, что наш бизнес переехал в интернет. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, но я люблю говорить с клиентами лично. Надежно. Это сложно сделать в чате. Здесь смотреть не на что. С мастером антикваром 37. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Каковы шансы попасть под извержение? С нашей ты удачи. Нулевые. Он потух. Поверь, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где взять на прокат дешевый внедорожник. Салли, не могу поверить, ты искал? В интернете? Ну не все же, а тебе будет все. Мост выглядит как-то ненадежно. Вот это вариант. Юная ласточка. Давай, 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 давай! Залез! Так, Нейт, только бы не свалиться. Эй, помедленнее. Держись посередине. Да, я понял. Советчику помогу. Нормально. Все в порядке. Вперед и вверх. Подложи что-то. Я грязи наелся. Да, кажется, я разобрался. Вот так. Господи, моя спина. Я на разведку. Тут машина не пройдет. Должен же быть объезд. Какой-нибудь. По нами покуда. Ну да, относительно. Следы шин. Тут кто-то проезжал. Надо бы подумать. Следы шин. Кто-то здесь был. Виктор, а... Вы в
брат настаивал на внедорожнике с ребятами. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Я тут суд даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Пропустите. Посмотрим. Найди что-нибудь хорошее. Погнали. Да. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает. Ради сохранности. Преследовали англичан. Да, может, Эвери помог им исчезнуть. Он уж точно умел прятать ценности. Вперед! И? Нет. Отчаянная попытка. Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да, ее точно построили во времена Эвери. Сэм, смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Кора содрана. К дереву что-то приматывали. Но ты же знаешь, в машине есть лебедка. Серьезно? Я не знал.
что будешь делать? Еще не придумал. Вот так. В самый раз. Похоже, было весело. Холм крутой. Ну, готовы? Попробуй. Поехали. Спокойно. Спокойно. Ха-ха! Видишь, Салли, лебедка-то пригодилась. Проехали один холм. Пока на себя не было. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет, нет, нет. Они мечтали стать свободными. Если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Мы уже 100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику. Южную Африку. Да. И приходил. Только по бумажным картам и по звездам. Эй, знаешь что? Не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Все равно, это очень долго. Я на секунду. Давай. Ну что, все кости успели мне перемыть? Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Thank you.
этом подумаем, когда разберемся с наемниками. Вроде все. Зараза. Рейпин один пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Одна осталась. Не против ребятки, а против вымогательства. Салли, как хорошо ты знаешь, Настю. А что?
Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громин? Ну да, как же. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Так что у Рэй-то преимущество. Смотри, наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровища? Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, да, думаю. Эй, Сэм, хочу тебя спросить. Чем ты занимался в тюрьме? Ну, знаешь, в основном читал. Может, в этой старой развалине посмотреть? Что ты там говорил? А, ну да, короче, знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. Что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Эвери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил, старался не лезть в разборки между бандами. В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался. Просил его отправить тебе письмо. На расстрел. Я его не получил. Потому что начальник зачем. Да, я грубо спалился. Того охранника уже больше не было. Господи. Ну, отомстил, когда начальник решил посадить меня с Алькасаром. Все вышло не так, как он ожидал. Дать наемники что-то нашли. Не спеши. Ладно. Thank you.
ты там говорил? А, ну да, короче, все вышло не так, как он ожидал. Я, кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Алькасаром. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились все крупные и все такое прочее. Алькасар был последним. И какой? Тихий, но напряженный. Он может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит: эй, штурман, разворот. А пират... Смотрите-ка. Что это? Наверное, видно весь Кингс-Бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. Смотрите, за холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Салли, как дела? Ну, живой пока. Спасибо за то, что ты с нами. И особенно за переговоры с парнем из проката. Без проблем. Не буду врать, мне и самому очень нравится. Мне тоже. О, ты смотри. Вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. Похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Эй, как тебе нравится мост, Нейр? Странно смотрится. Но такой мост нужен для того, чтобы что-то защитить. Например, сокровище? Возможно. Снова знак. Ну, узнаешь его? Вообще-то да. Энн Бонни. Угу. Действовала в Карибском море. Вроде умерла в тюрьме. По крайней мере, так пишут в архивах. Ну да. Эвери ее тоже пригласил. Один здесь уже были. Кто нашел, тот взял. Проверю подъемный мост. Отлично.
ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать. За мостом стоит огромная башня. Высоченная. Есть. Сэм, срочная доставка. Эй, Нейт, ты живой? Вполне. Живой? Да. Справишься? Ну, до скорого. Осторожно! Он наверху!
Другие не пришли. Ладно. Так, сейчас опустим мост. Попробуем еще раз. Вот так. Башня на вулкане. Похоже, финал близок, а? Пристегнитесь! Тут подушки есть? Или парашюты? Я, конечно, не придираюсь, но Эврик пухал сюда столько денег, но вот что ему стоило сделать перерыв. Легче. Пойду осмотрюсь. Так, сколько ты должен, Акасар? Половину. Половину чего? Ну, он знает только про Ганг и Савай. То есть про 400 миллионов? Да, но если ты прав, то... Сказал бы ему... Что он станет моим партнером. Да. Найдем клад, заплатим этому психу и все равно разбогатеем. Поверьте. Другое дело. Все готово.
Поехали! Без паники! Без паники! Наш, и же если на небеси да светится имя твое, да приидет царствие твое. Весело было, да? Да, об этом я расскажу своему мозгоправу. У тебя есть мозгоправ? Нет, но теперь явно будет. Ой, да ладно изображать. Все было под контролем. Давайте искать вход. Вперед за сокровищем. Здесь не войдешь.
Сэм, поможешь мне? Ага. Посмотрим, что тут. Похоже, тут что-то есть. Сэм! Ага. Давай. Черт, тут кирпичи. Так, осмотримся. Берегись! Как он сказал, берегись. Поставил на карту все. Великолепно. Но сокровищ не видно. Эй, парни! Идем! Посмотри. А, святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? Еще знаки. Наш дорогой Эвери, Томас Тью... Это Адам Болдридж, Джозеф Фарро, Ричард Вонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну, ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмен. Виктор, ты просто гений. Слыхал, Нейт? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь... Башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Черт!
Это все? Надеюсь, да. Ты как? Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь! Ты что делаешь? Проверяю кое-что. Черт. Ты смотри. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки... Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ладно, я бегу к этой, а вы с Виктором к той. Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нет, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. Черт. Если нарвешься на клоунов на один, дай нам знать. До скорого. Надо спешить. Пошли. Да.